I like to moving. You like to moving. I like to moving. I like to moving. I like to moving. You like to moving. Здравствуйте, с вами дядя Гоша. Мы продолжаем играть на основном сервере в ZBT танчиков. Ну что ж, я тут немножко утром поиграл. Почти выкачал Т3485D5T, и мне хочется поскорее его открыть, чтобы, ну, как-то поактивнее тут нагибать. Куда уж активнее, Гайшен, куда уж активнее нагибать-то? Ну ладно, погнали. Бам. Вот только-только открылся он. Видите, у нас есть 4 часа, чтобы тут попрокачивать наши танки. Всем привет! Привет! Уху! Мы все любим друг друга, мы братья! Потому что мы танкисты. Не знаю, наверняка есть какие-нибудь песни про то, что... Вау, нет, не хочу ничего покидать. Наверняка есть какие-то песни про то, что танкисты братья, и что танкист танкисту друг. Но я их пока, к сожалению, не знаю. Но если знаю, что есть такая песня, она мне понравится, надо ее будет попеть несколько часов, выучить ее. Она будет жить в моей душе бесконечно. И что бы ни случилось, ее никто мне не отнимет. Ну, если я не впаду в кому или не потеряю память. А так все будет нормально. Так прям запаяно, да, смачно. Вот это реализм. Вы знаете, могли бы сделать тут все так ровненько, идеально. Но вот этот вот шов, он, конечно, добавляет. Добавляет, вы поняли. Добавляет, много чего добавляет. Лёд джунглей. Где-то в джунглях. Дядя Гоша появился где-то в джунглях и обнаружил, что у него есть огромный танк и несколько человек экипажа. Сможет ли он затащить этот бой? Ну что ж, как бы намек мы получили от моего подсознания. Типа, ну давай-ка, покажи, что ты умеешь. Ну там надо разыграться сначала. Сразу все, ну, первый блин комом, все дела. Ну, вообще, надо заметить, что утром я просто божил как никто. То есть, там по 20 убийств за бой было. Меня причем, вау, нифига себе, нормально, да, тут упало. Бомбануло, вообще огонь. Вот, но сейчас уже не утро. Видимо, то, что я вчера на ночь поиграл, как-то сказалось на моем скеле. Надеюсь, что сейчас я его не растеряю. И смогу тут себя показать. На других посмотреть, нифига ж себе. Как вот он смог уронить, а я не могу. Обалдеть. Может, там что-то взорвалось рядом. О, наш парни уже едут смотреть. У нас, кстати, по-моему, такой же танк, да, Т-457. Следующий уже будет с Т... Так. Да, вообще хорошо закинуло, кстати. Нравится, довольно сбалансировано. Все наши, видите, ранги тут. Правда, нету Т-57 с Д-5 пушкой. Пока что, во всяком случае. Так, ладно. Давайте вот этого кильнем. Че ему тут мешать нашим самолетам, правильно? Ну, мэн занял позицию, вообще она правильная. Я думаю, что на три пушки не каждый решится по... Кто-то уже решился, я смотрю. Но, правда, тут было не три. Ну чё, боты, господи, боты... Мой! Это мой фраг! Битва за фраги. Игра началась. Ладно. Так он стоит смачно. Бам! Попал! Все дымит, все куражится. Интересно знать, на низких настройках тоже так много дыма. Ну, вообще добавляет, конечно, остроты. Вставляет тут. Ну, может, кто-то все это отключает, имеет преимущество. Но... Не, походу, его убили уже, да? Нет. Бам! Неожидальчик, да, мэн? О, смотрите. Еще один неожиданчик. Так, ну тот прогорел, это радует. А этот, по-моему, добил его, да? Да, добил. Красава. Молодец. Под таким углом, наверное, вот сюда стрельнул. Прям просто насквозь его пробил там все. Так, ну что, постоим еще? Да, видите, уже... Воу. В кого? Подожжен. Стой, мэн. Стой. Ну все, ладно. Ребят, пошли в наступление. Я не могу их бросать тут, как вы понимаете. Можно тут встать, но тут не очень эффективно. Я предпочитаю вот тут его поддержать. Ну, отсюда. Потому что этот момент поедет, как вы понимаете, вперед. Так, ему... Тихо.
Мать, как ни странно, он, по-моему, даже у нас не пытается стрелять. Так, ну ладно. Поддержим его вот отсюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Его пытаются сзади обойти. Ну, не сзади, а спереди. Да, не сзади, а спереди. Слева, я имею в виду. Так, ну вообще сейчас тут какая-нибудь башня мерзкая вылезет. Немецко-фашистская мерзкая башня. Так. Ну. Стоп, а... Не, нажив еще. Воу-воу-воу-воу-воу. В гусеницу? Да ладно. Так, ладно, пойду-ка я отсюда. В бочинку не хочется получить, знаете. Вот так уже нормально. А, все, его убили. Класс, вообще, какие тут со мной сильные ребята. Воу, смотрите. Просто жесть. Прям в трансмиссию ему. Не совсем понимаю. А, все, понимаю, все понимаю. Прогнал я его. Ну как, мы его прогнали. Но этот мог тут нормально получить. Да и я, в принципе, тоже. Воу, это игрок? Нет. Ну, тут километр, наверное, не меньше. Но попробовать стоит. Не, Кашан, вообще не туда. Не отвлекайся. Вы бы знали, сколько раз я уж так умирал на этих самолетах. Ой, да ну на. Этот парень нас вообще просто... Мы для него сладкие бубалешки, я вам скажу. Вот вообще не хочу с панзером тягаться. Надо скорее отсюда уезжать. Так, ой. Воу. Господи. Вот из ит. Су-76М, я что-то даже такой... По-моему, я что-то где-то может быть, но... Прикольно, слушайте, мне нравится. Что это за танк такой? Интересный. Так, бам. Нет. А, это... Да, это штук. Он же низкий профиль имеет. Ладно, давайте тут его прикроем, потому что, возможно, на этого решат перевалиться. Кстати, там... Слева еще тоже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Штук вообще там разошелся, разбежался. Так. Бам. Да ладно. Ой, нет, сухо. Да ладно, Гашан, ну давай, поддержи ты своего чувака. Я не понимаю, то ли у него там башня только торчит. Да, как-то я не попадаю в него. Видимо-невидимо. Главное найти рифму, и можно любое начатое слово закончить какой-нибудь глупостью. Ох ты, ёшкин коклюшкин. Да тут целый... Тут мракобесие такое, что мама не горюй. Не удивлюсь, если он будет по ботам стрелять. К сожалению, я там плохо видел, но все-таки инстинкты меня не подвели. Стоп, погодите, а тут... А, это самолет. Господи, я думаю, как танк так быстро едет, движется на мини-карте. Так, чемпион. Ну, не знаю, ЛСФМ опасный мэн, я вам скажу. Но в первый выстрел я готов с ним сыграть. Что? Интересно, он решил сотворить. Вообще, я тут, конечно, выехал. Меня справа, слева убивают. Давайте постараемся отсюда уехать. Хотя вряд ли я успею. Ягдпанзер! Не-не-не. Я вот вообще тут не успею. Воу! Может быть, мне показалось, не знаю, но... Что? Что-то тут вообще бомбануло. Мама, не горюй. Стоп. Воу, по-моему, он сюда стреляет. Не знаю. Не хочу испытывать судьбу. Тут за зарослями. Попробуй что разгляди. Не, смотрите, реально сюда стреляют. Во. Этот мэн набрался смелости. Вот еще раз так мы попадем. И в итоге он... Без ствола останется. Ух ты, ёшкин, матрёшкин. Как я в неё не попал, я вообще не понимаю. Надо ему в днище. Ёшкин, как Лёшкин. Да я родился в рубашке. Так, гусеницу. Блин, чуть-чуть левее надо было стрелять. Давай, давай. Молодец. Выстрел никуда, если это, конечно, был ты. Что такое? Что такое? Кашан везде найдет кочку, который его подведет. Так. Ква-ква-ква-ква-ква. Ёшкин-матрёшкин, еще один. Да их тут целая туча. Не, он решил... Да что такое? Так, вот так сойдет, наверное. Бам.
Точно в цель. Аус в Ц к нам едет. Это вообще несерьезно. Надо вот на этом подымажить, пока он тут к нам не приехал. Так, тихо. Ну, как вы понимаете, за все хорошее тут надо платить. Так что... Нет! Стой! Стой, стой, стой! Отлично. Ну, Аус Ц нам, конечно, не помеха, как вы понимаете. Понять не имею, где он там. Ой, какой не помех, Гошан. Ты свой мехвода своего сначала поверни. Потом выеживайся. Так. Все, мэн, по-моему, сообразил, что ему тут делать нечего. И спрятался за холмом. Ну, в общем-то, не проблема. Че, сколько у нас там осталось-то? Ну, сколько-то да осталось, короче. Вроде... Воу-воу-воу-воу-воу, Гошан, Гошан, быстрей. Аус в Ц. Мама, не горюй. Мама, не горюй. Эти за дымом. А, все, понял я. Я понял. Попрал. Так, командира мы выбили. И заряжающего водителя ранили. Не знаю, что там стоит. Не совсем понимаю, в какой позе он к нам развернут. Но Аус Дж, кстати, прошел, смотрите. О, да, детка. Тихо. Тихо. Туда давайте объявим. Бам. О-хо-хо. Хорошо. Так. Так ему... Давай, арта. Ты уже должна начать там стрельбу по полной. Бах-бах-бах. Ну чё? Ну почти, короче. Арта почти попала. Так что на будущее... Что-то мне подсказывает, что у него артобстрела нет. Вот я прям чувствую это. Так. Бронебойный, у меня же снаряд закончились. Жесть. Ну, наших, кстати, уже не так много осталось живо. Но мы постараемся тут. Ага. Овце поехал налево. В принципе, он правильно делает. Ему надо как до точки доезжать, я думаю. Так, ладно. 29 снарядов. Не, ну чё, в общем, нормально. Должно хватать на все про все, я так понимаю. Так. Не знаю, на миникарте я вижу там противника, но вот так он что-то не очень, не очень, не очень сильно тут рисуется. Так, ну где же ты, мэн? Где ты, мой маленький? Мой сладенький поболешек. Ладно. Этот нас может... Подожди, они... А, видите, слушайте, да их осталось-то, господи, всего двое. У меня есть одна жизнь, иначе бы я, конечно, так бы не поехал, поверьте. Я бы тут... держал бы эту позицию, но я вижу, что у них все, один остался вообще. И его тоже убили. Ну все, мы победили, короче. Парам-пам-пам, швибли-дубли, дубли-ду. Ну, я считаю, что я неплохо сыграл. За счет вчерашних посиделок. Мы тут довольно много играли на этой карте. Мы. С кем я говорю? Да! Да все танкисты, это мы. Кстати, обратите внимание, как будто танк немножко светится, видите, по бокам. Такая фишка, ну, как бы ореол немножко выделяется. Не знаю, с чем это связано. Ну, так иногда, может, заметить, если присмотреться. Не знаю, будет ли на ютубе в 1440 показываться. Ну, короче, парам-пам-пам. Я думаю, мы сейчас уже открыли следующий танк, я на это надеюсь. Иначе нам придется, ну, не то, что придется, еще сыграем тогда. Но этот танк, по-моему, уже полностью выкачали. Вот. Ах! Не знаю, может я зря ахую. Ну, короче, посмотрим сейчас. Да, нет, да, нет. Не, просто там зелебобу не хватило расчесать, видите, чуть-чуть. Ну, ладненько, ладненько. Пойду я. О, ёшкин-коклюшкин. Все хватило, Гошан, все хватило. Где он? А, вот это надо изучать. Видите, Т-34-85. Ну, такие дела. Так что, ура, наш красавчик. Вот этого парня я помню. Он тут будет мастером нагиба. Ладно, вот такие дела. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.